满载而归，也得也得一帆风顺。Ну, попутный ветер. Про попутный ветер. Полных парусов, полупопутный ветер. Для семьи китайцев Удинцаев новоалтайский его зовут просто Федор. Корабль не просто сувенир. В Россию потянул не только попутный ветер, но и русские корни бабушки. В 90-х годах большая семья перебралась из Маньчжурии, небольшого городка на северо-востоке Китая, в Первомайский район. Родители рассказывали, что пришли в магазин, было дико, что в магазине три кастрюли, одна сковородка и пустые прилавки, и что за деньги невозможно было ничего купить. Со временем скопили на жилье, 17 лет назад переехали в квартиру во вполне презентабельной двухэтажке Новоалтайска. Дети выросли, подарили внуков. Семья Федора вросла в землю русскую. Теперь из поколения в поколение здесь передают историю знакомства родителей. Русской девушке Марии, которая родилась в Китае, и молодого буддиста. Любовь к русскому проявлялась уже тогда. Помню, папа рассказывал, говорит, что зацепило то, что внешность мамина, она не прям как китаянка, а русская, что вот. И вот решил с ней, говорит, познакомиться. Сам Федор говорит хорошо по-русски так и не научился, а на китайском в китайско-русской семье сейчас говорит лишь он и его супруга. Дети язык уже не знают. А вот смотрит китайский. Только китайские каналы. Да. То есть непосредственно вот, спутниковое телевидение. Зато могут накормить гостя настоящими китайскими блюдами и даже в русское добавить иностранные перчинки. Соли на столе у них не найдешь. Предпочитаю за место соли. Соевый соус, он в разных видах есть. Жидкий, густой. Вот этот густой для соуса, ну, для приготовления каких-то соусов. А вот это непосредственно вот уже для готовки. Овощи, кстати, выращивают сами. С рассветом, как принято на родине, пенсионер идет на работу. Теперь так называет дачу. Внук китайский. Какие? Сентили, китайский чеснок, капуст и фасоль. Еще китайский такой, еще много. Вернуться на родину, повидать родственников, желание есть, но нет финансовой возможности, признается пенсионер. Впрочем, как и переехать в новый безопасный дом. Тот, в котором сейчас живет семья, признан аварийным и подлежит сносу еще с 2017 года. Но, несмотря на все эти обстоятельства, о переезде в Россию Федор не жалеет. Говорит, лишь бы крыша была над головой и не пропускала дождь. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.